Традиционное наше сегодняшнее совещание. Первое в новом году. Связано оно с уточнением некоторых вопросов в связи с принятием новых или усовершенствованием старых нормативно-правовых актов. Среди них проект решений президента по вопросам совершенствования системы закупок, управление имуществом совместного домовладения, повышение уровня финансовой грамотности нашего населения. Также в повестке дня еще одна тема, которую я поручил обсудить на этом совещании – создание нового государственного органа Министерства цифрового развития и связи. Мы должны всесторонне разобраться, позволит ли предлагаемые в этих документах подходы решить имеющиеся проблемы и какие последствия можно ожидать. Первый вопрос касается важнейшей темы – системы закупок. Она всегда была объектом моего пристального внимания, поскольку является одним из значимых инструментов экономической политики. Мной не раз давались поручения о его использовании для повышения конкурентоспособности экономики, эффективного расходования денежных средств и недопущения разного рода серых схем. Подготовлен проект указа, который позволит исключить, как полагает правительство, недобросовестное посредничество и усовершенствовать систему закупок за счет бюджетных и собственных средств организации. Однако при любых новациях должна быть обеспечена бесперебойность процессов в хозяйственной деятельности предприятий с одновременной экономией денежных средств. В качестве второго вопроса проект указа, которым на базе существующего Министерства связи и информатизации предлагается создать новый госорган Министерства цифрового развития и связи. Предупредить просто хочу, что здесь не должно быть какой-то гонки, связанной с модными какими-то там течениями. Если что-то меняем, это должны быть изменения по существу, и самое главное, они должны быть, эти изменения, востребованы обществом, экономикой. С одной стороны, благодаря бурному развитию цифровых технологий, мир действительно стал меняться очень быстро. И нам необходимо использовать все преимущества этих процессов. С другой стороны, следует помнить и понимать, что государство в принятии решений по регулированию данной сферы должно работать на опережение. Поэтому сегодня рассмотрим внимательно данный вопрос. Мне докладывают, что в Беларуси создана необходимая базовая инфраструктура, построена развитая сеть передачи данных, надежные центры их обработки и хранения, внедрены современные средства защиты информации. Видимо, этого недостаточно. Цифровая сфера должна не только улучшать быт людей, но и через высокоэффективное производство повышать их благосостояние. Больше внимания необходимо уделять цифровизации реального сектора экономики, обеспечению конкурентоспособности предприятий. Потом попросил бы доложить, как реализация этого указа будет способствовать качественным изменениям в жизни наших граждан и развитию страны. Как я сказал, насколько это все востребовано. К решению третьего вопроса нас подвела сама жизнь. Все мы видели, какой ущерб был нанесен зданиям, сооружениям, общественному имуществу в результате так называемых протестных акций. Слава Богу, что еще не сожгли столицу, как это сделали с финансовой столицей Казахстана. В подавляющем большинстве случаев это происходило при попустительстве, а иногда по инициативе руководителей организаций, собственников жилья. На устранение последствий, наведение порядка тратились огромные деньги. Мною давались поручения об ужесточении ответственности председателей правлений товариществ собственников и иных организаций за необеспечение сохранности, надлежащей эксплуатации и содержанию общего имущества. Ну, какую позицию они занимали, я уже не говорю, но мы все это прекрасно помним. Особенно опыт Казахстана позволяет нам делать жесткие выводы и также жестко действовать по недопущению подобных случаев. И последним вопросом повестки станет проект указа о финансовом консультировании физических лиц.
Темпы развития финансового рынка обусловлены современными экономическими тенденциями, поэтому у населения возникают определенные проблемы из-за того, что средний уровень его финансовой грамотности не всегда поспевает за происходящими событиями. Получение помощи при выборе финансового учреждения, непосредственно самих инвестиционных или кредитных продуктов, это вопросы, с которыми сталкивается большинство членов нашего общества. В данном случае задача государства – сформировать действенный институт профессиональной помощи людям, нуждающимся в квалифицированной поддержке для управления своими финансами. Боюсь только я, изучая эту идею, чтобы мы опять же не притащили то, что в обществе не востребовано. Начнем с министра антимонопольного регулирования торговли. Алексей Игоревич, пожалуйста. На ваше рассмотрение вносится проект указа по совершенствованию законодательства в области закупок. Те новшества, которые предлагаются внести, позволят сэкономить бюджетные средства и увеличить долю отечественных товаров при осуществлении государственных закупок. Первое, что предлагается, это запрет на участие в госзакупках аффилированных лиц. Аффилированные сговоры – это одна из коррупционных составляющих, которая по исследованиям международных агентств говорит о том, что сговор дает завышение цен. Поэтому здесь по предложению Комитета государственного контроля это предложение принято, и в проекте указа даны определения и дается понятие, кто аффилированные лица, как их определять. Второе. Операции по аренде и лизингу должны будут проводиться на конкурсной основе. Мы этим исключим те случаи, когда покупается импортное оборудование или техника в обход конкурсных процедур и без участия белорусских поставщиков. Например, комбайн покупается по лизингу, джондировский или классовский, и не проводится процедура конкурса. Значит, и наши участники, тот же Комсельмаш, не знают, что такая процедура проводится. Теперь это будет открыто, понятно, и все могут принять участие в нем. И этим мы стимулируем участие отечественных производителей. Но открытые конкурсы и прочее, это же инновации. У нас мы применяем кое-где это. Но я просто намекаю на то, что с принятием того или иного нормативного правового акта, упаси вас Господь, и вам, и другим придется констатировать факт, что мы этим не добились желаемого. Как были в этой цепочке жулья по 10 человек из 10 там, рублей до 1000 поднимают цену, ну, слушайте, это будет большая беда. Поэтому это очень серьезный нормативно-правовой акт. Поэтому я просто вас предупреждаю, чтобы это не было тяп-ляп документа, а потом, когда жареный петух клюнет, вы прибежите и начнете мне рассказывать. Вот тут не досмотрели, давайте внесем дополнение изменений. У нас есть какие-то предложения еще, я могу после министра еще доложить.